Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Ложка, сегодня мы продолжим играть в игру по названию Minecraft на версии 1.7.10. И как вы помните, в прошлой части мы остановились на том, что сделали себе вот такое дополнение для мода под названием Towncraft 4. Но если бы точнее, то мы установили дополнение, которое называется Taumic Tinker, и прямо сейчас я вам немножечко расскажу, что я уже успел узнать. Во-первых, я узнал то, что этот Taumic Tinker привносит в Taumonomicon вот такой вот один подраздел Taum Инженерия. В этом Taum Инженерии есть куча новых изучений, куча новых крафтов и, конечно же, предметов. То есть прямо сейчас мы можем сами это все заметить, но это не предел. И я вам сейчас даже докажу, почему это не предел. Дело в том, то, что после того, как мы только-только запустили этот Taum Инженерия, у нас здесь был один светящийся газ. Я подумал, ну блин, светящийся газ, наверное, это просто. Далее я его изучил и пошло-поехало. У меня появился маленький гиперэнергетический нитор, я его в итоге изучал примерно 20 минут, еле-еле скрафтил, но все-таки он у меня есть, и это слава богу. Окей, идем дальше. Я его изучил, и тут появилось огромное количество элементальных огней. То есть вы сами теперь это видите, целых 6 элементальных огней. Появилась воронка для эссенции, я тоже ее решил изучить, и тут появился Таум-восстановитель. Короче, всего лишь из одного светящегося газа у нас появилось где-то 8 новых изучений. То есть это реально круто, это полюбасу огромный аддон, то есть дополнение. И я думаю, то, что мы тут застрянем примерно на серии 10 минимум. Сегодня, как я обещал в прошлой части, я скорее всего продолжу изучать, но на этот раз я не буду изучать здесь, потому что здесь, как вы помните, я просто баловался, просто изучал какую-то там фигню, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тополя. Вот, но на этот раз я буду изучать что-то стоящее, вот, например, ткань поглощения заклинаний уже как-то звучит по-серьезному, и далее у нас откроется осмотический стол зачарований, то есть это тоже как-то звучит по-серьезному, особенно стол зачарований, и давайте прямо сейчас без лишних слов мы начнем все это изучать, то есть на этот раз, как в прошлых сериях, я не буду вам показывать, что мы сделали в позапрошлых частях, просто начинаем изучение. Итак, нам понадобится, как вы помните, листочки. Я, кстати, тут, смотрите, немного очистил инвентарь. Я тут вообще все перераспределил. Здесь у нас, как видите, все по баночкам разложено. Все хорошо, все замечательно. Нигде нету заполненности. То есть везде где-то есть свободные места. И прямо сейчас мне единственное, что нужно сделать, это положить сюда перья. Я тут немножечко взял вот этих вот цветков. Дело в том, то, что мне звонят на телефон. Да. Окей, я, собственно, решил проблему и... блин, я ее настолько долго решал, то что забыл, на чем мы остановились. Так, сейчас быстренько... А, да, вспомню. Короче, мы цветочки вот эти вот добыли, и я их сейчас до съемок вот тут вот перераспределил. Сейчас я их вот сюда вот засуну, подожду маленько, чтобы у меня появилась герба. Так, как вы понимаете, где-то 2-3 серии, я уж точно не помню, мы скрафтили назад вот эту хреновину. Да, то есть 2-3 серии назад мы скрафтили вот эту вот хреновину, которая работает от эссенции герба, и прямо сейчас мне нужно ее зарядить. Да, но для этого мне еще понадобится склянки взять, давайте сразу засунем сюда все-все-все предметы, которые нужно переплавить, это получается вот это вот. Итак, берем стеклянные пузырьки и бежим за этой гребаной гербой. По идее, у меня там пустые сейчас банки, и все будет нормально. Нет. А, да-да-да, смотрите, пустые, все замечательно. Ждем, пока все заполнится на максимум, получается у нас будет сразу 3 банки, или я ошибаюсь? Да, будет целых 3 банки, и все, бежим заполнять. Так, ладно, окей, в баночку это все суем, 1, 2, 3, и это начинает работать. Надеюсь, кстати, то, что до морковки дотягивается, если нет, то это, конечно, немного плохо, так как я ради морковки все это выращиваю. Ну-ка, морковка, давай. Не-а, походу до морковки не дотягивается, ну ладно. А, нет, смотрите, дотягивается, все замечательно. Собственно, нам нужна бумага. Бумага, сами знаете, делается из вот этого. Так, создаем, получается, 3 где-то бумаги. Больше мне, я думаю, изучений на сегодня хватит. То есть, ну реально, 3 изучения за одну серию попытаемся сделать. И все это может быть даже скрафтить. Итак, в общем-то, ткань поглощения заклинаний. А, блин, у меня же чернильница почти это, как бы высушилась. Может быть, у меня есть? Да, у меня есть чернильный мешочек, так что все нормально. Продолжаем наше мега изучение. Кстати, я смарт-мувинг снова включил, наверное, вы заметили. Я его включил уже как серию или 2 назад, поэтому... Ну, мне так забираться проще, пофиг то, что откидывает. Я на это как-то не особо обращаю внимание. Надеюсь, то, что вы тоже не будете обращать внимание. И погнали. Так, значит, записочка, ты крафтишься довольно просто. Хм, это действительно просто, я думал, будет посложнее. Я, конечно, это сейчас все буду делать в паузе, поэтому увидимся через пип. 1, 2, 3. Пиу-бам. Так, ну это было просто, сами понимаете. Ткань поглощения заклинаний мы изучили. И все, research completed. Смотрим, как все это создается, и сразу смотрим, что же у нас дальше изучается. Осмотический стол зачарований. Выберите вашу удачу.
Вашу удачу. Нет, я ненавижу все то, что относится к удаче, потому что я очень невезучий. Блин. Подождите, а это что такое? Талисман очищения, и у меня, смотрите, тут два вопросика. То есть у меня какие-то вещи еще не изучены. Офигеть. Так, окейски. Ткань поглощения заклинаний создается из зачарованной ткани. И что же она делает? Смешав немного зачарованной ткани с энергией Вис, вы создаете ткань, с помощью которой можно протирать предметы таким образом, чтобы из них снимались любые наложенные зачарования. А, то есть мы можем, смотрите, например, с этой железной лопаты снять прочность 1 и эффективность 2. Ну, это круто. Например, для меня это круто будет, потому что у меня алмазная кирка, вроде такая реально крутая кирка, но зачарована всего лишь на эффективность 1. Я, наверное, реально потом такую ткань скрафчу, может быть, уже сегодня, то есть в этой серии, да, скорее всего. Посмотрим. 10 при контате, 4 пермутате и 6 пердитио. Ну да, может быть, одну штучку доскрафчу. В принципе, это несложно. Осматический стол зачарований. Изучаем дальше. Я, на самом деле, давным-давно вот так вот просто не засиживался в столе и не изучал что-то вот прям подряд. Поэтому настал такой момент. Берем снова чернильницу с пером и изучаем. Раз, два. Вау! Вау! Ни хрена себе! Сразу 5 эссенций. О, блин, это будет сложно. Так, окей, если я это не смогу изучить, то я не виноват. Это все оно. 5 изучений, ни хрена себе. Так, ладно, снова оставлю на паузу. Целых 5. Увидимся через пип. Раз, два, три. Вы, скорее всего, сейчас мне не поверите, но я вам вот что скажу. Это было самое простое изучение. То есть, нет, я не в том смысле, то, что простое изучение. Самые простые изучения, это, конечно, там, где всего лишь 2 аспекта. Но здесь целых 5 аспектов, и я их изучил прям вот сразу, подряд. Я даже не останавливался ни на секунду. Я уже знал, что выкладывать. То есть, свет соединяется с огнем, с воздухом. И, как вы видите, здесь практически свет, огонь, воздух. Все, больше я практически ничего не использовал, то есть у меня тут немножечко силы и немного тьмы. Все. Вот реально настолько простое изучение, так что если что, пользуйтесь такой тактикой, если будете устанавливать Таумик Тинкер, вроде правильно сказал. Так, и смотрим. Надеюсь, то, что вот ты-то крафтишься посложнее. И я думаю, то, что на сегодня я тебя угроблю серию. На тебя угроблю серию. Да, вроде правильно сказал. Зачарование прыгучий, зачарование замедленное падение. Походу, это все связанное вот с этим столом зачарований. И вроде это создается довольно просто. Поэтому сразу все вот так вот изучаем. Все, это было просто. Так, и, например, я хочу зачарование прыгучесть. Ну-ка, вы сформулировали очередное зачарование, которое позволяет вам прыгать гораздо выше, чем обычно. Данное зачарование может быть наложено на вашу обувь. Хорошо. Это делается на вот этом столе. Да, это я понял. Вау! Нифига себе, сколько читать! Вы устали получать бесполезные эффекты зачарования на книгах, тратя при этом кучу усилий и открываете новый стол зачарования, который позволит вам выбирать, какие зачарования вы хотите наложить на предмет. Да, мне действительно надоели простые зачарования. Это хитрое изобретение требует наличия жезла, а каждое зачарование требует определенной комбинации виз, содержащейся в этом железе. Железе, господи, жезле. Цена зачарования прямо пропорциональна уровню виса, который вы хотите применить. Стандартные правила зачарования остаются неизменными. Например, удача не может быть наложена на инструмент вместе с шелковым касанием. Вот это правильно, это хорошо. Выбрав зачарование, которое вы хотите увидеть на предмете, нажмите красную кнопку в интерфейсе. Короче, я понял. Это что-то типа мода Enchanting Plus, только в Таумкрафте. И более честнее, то есть тут мы будем тратить магию. Стол будет медленно истощать виз в палочке, пока зачарование не будет готово. Понял, все, окей. Нифига себе! Нифига себе, нестабильность опасная! Не-н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 е! Нестабильность опасная, чуваки! Это выше, чем очень сильная! А, слушайте! Странный шепот рассказывает вам древние секреты. Аква, прикольно. Слушайте, чуваки, я, конечно, хотел изучить этот стол зачарований сегодня, но я боюсь то, что у меня не получится. У меня, скорее всего, не получится, поэтому знаете, что я сейчас делаю? Я не буду пока что прям вот так вот дико торопиться. Я возьму по каждому, короче, огненному кристаллу, в смысле по кристаллу просто, и создам я сейчас вот что. Смотрите, вот грозового кристалла у меня мало, и это обидно. Получаем смешанный кристальный кластер, и вот этот вот кластер, по идее, в дальнейшем мне поможет... Ну, не знаю, производить все вот эти вот изучения на алтаре намного безопасней. То есть мы его ставим сюда, и все. По идее, он сейчас будет лучше вместе, чем вот все вот эти кластеры. Я не знаю, как это сейчас сказал. В общем, вот этот вот кластер лучше, чем все вместе взятые вот эти. Да, и в дальнейшем я их попытаюсь все заменить. Вот эти смешанные кластеры будут работать намного лучше. И только тогда я, наверное, осмелюсь крафтить этот стол зачарований. Просто...
Что это сейчас было? Господи, я обокакался. Просто смотрите, тут нужно 50 при контакте, 20 патентий, 20 алиенс. Всего-всего нужно много. А самое главное, здесь нужны обсидиановые основы, таум-слитки и ткань поглощения заклинаний. Все очень дорогое. Если хоть что-то пропадет, я, можно сказать... Я бомж, мне этого не нужно, поэтому я не хочу пока что рисковать, я думаю, вы прекрасно понимаете, ничто не делается сразу, я знаю то, что многие хотят всего и сразу, но я буду терпеть, серьезно, мне самому интересно, но я пока что потерплю. Вот это вот я пока что все изучил, я подготовился, и вот тут вот тоже что-то есть интересное, как я сказал, за сегодня я попытаюсь сделать как минимум 3 больших изучения, то есть вот это я не считаю, конечно, большим изучением, пока что мы сделали только одно. Так что осталось 2. Закоптившийся кварц. Закоптившийся кварц. По сути, тот же кварц, но совершенно противоположный обычному кварцу. Все виды блоков, которые могут быть сделаны из кварца, можно также сделать из закоптившегося кварца, за исключением того, что они будут черного цвета. Закоптившийся кварц можно создать, соединив древесный или обычный уголь с несколькими кусками кварца из Нижнего мира. Посмотрим, что можно создать. Блок закоптившегося кварца, плита. Ну, да, кстати, просто для декорации. Странно. Но тут, по-моему, из этого кварца можно будет создать трансвектор. Трансвектор, что это такое, интересно? Так, ну я так понимаю, если я сейчас это изучу, я потом это не смогу скрафтить, так как тут все очень опасно крафтится. Давайте сделаем что-то простенькое. Вот, например, шлем откровения. Это вроде те же очки откровения, только шлем откровения. Вот так вот я прям по-умному сказал. Ой, да ладно, это так просто! Так, вода, какую-то фигню начал добавлять. Короче, нажму на паузу и увидимся через секунду. Раз, два, три, пип. Не, на самом деле, вот это изучение было даже посложнее, чем то, где было 5 эссенций. То есть, не знаю, я реально очень редко работаю с вот таким вот аспектом под названием Тутамен. Я даже не знал, что такое существует. Это оборона, защита, безопасность. Поэтому я тут, ну, немножечко долго думал. Может, секунд так... 50, да. И, в общем-то, смотрим. Шлем откровения. Ну-ка, у нас что-нибудь другое потом открывается? Нет, серьезно. Я-то думал, тут потом, не знаю, какие-нибудь ответвления дальше пойдут. Ну ладно. Итак, очки откровения не дают высокой защиты от нападений зомби. Эта проблема требует решения. Встроив очки открытия в таум-шлем, вы совместили их качество. Правда, это не очень-то и просто. Немного магии нужно для закрепления очков в шлеме, но тем не менее это работает. Это работает на магическом верстаке, серьезно? Так мы это, получается, прямо сейчас можем скрафтить. Итак, нам понадобится таум-слитки, которые крафтятся, я вроде как помню как. Нам понадобится по 4 прикантатия на каждый железный слиток. Берем, значит, железные слитки. И далее нам нужно где-то взять прикантатия. Вот прикантатия это сложно. Да, древесину серебряного дерева я не собираюсь тратить. Я думаю, вы это и сами должны прекрасно понимать. Это довольно... сложно добываемый предмет, и поэтому при контакте сейчас придется найти где-то в базовой информации магические аспекты. Смотрим, при контакте, ты у нас находишься... Ого! Ты у нас находишься много где на самом деле. Но все такие сложные предметы, единственный нормальный предмет, где я могу найти при контакте, это древесина великого дерева. Получается, нам сейчас придется лететь на драконе, и это... ненавижу летать на драконе. Ну ладно, тогда увидимся через пип, и снова раз, и два, и три, и пип! Зато самое главное это то, что сейчас мы срубим это дерево очень быстро, так как у меня есть топор потока. Да, топор потока срубит абсолютно все это большое дерево за считанные, наверное, секунды или одну минуту. Ну, потому что дерево реально какое-то большое. Да, вот сразу надо разобраться с этим говнюком. Иди в жопу, плез. В жопу я сказал, иди, спасибо большое. Да, кстати, пока я сейчас буду рубить это дерево, я, конечно, с вами начну говорить. Что я хотел вам сказать? Как вы понимаете, я должен скрафтить этот самый стол зачарований, но у него, как бы, нестабильность опасная. Следовательно, мне сначала нужно добавить огромное количество кластеров. И, следовательно, мне нужно где-то найти побольше кристаллов, и в особенности это будет грозовой кристалл. Я не знаю, как бы, каким образом я его буду добывать, но, скорее всего, я пойду в шахту. Ну, в любом случае, скорее всего, будет, как обычно, быстрая перемотка какая-нибудь. Окей, я нечаянно нажал на Shift, у меня уже практически все дерево слетело. И еще одна новость, которая действительно, наверное, важная, действительно, кстати, важная. Я 3, точнее, 4 июня, я улетаю в Москву и вернусь я, получается, примерно в конце июля. То есть на 2 месяца я улетаю, поэтому 2 месяца, по идее, роликов не должно быть, да? Но, нет, ролики, скорее всего, будут, потому что я вот сейчас специально готовлюсь, я хочу заснять сразу где-то, не знаю, роликов так 10, да, где-то роликов 10, чтобы они выходили
конечно, с такой долгой периодичностью, где-то может быть один ролик в 3 дня, но все-таки выходили, потому что я прекрасно понимаю то, что вообще без роликов сидеть это тупо. То есть 2 месяца, чтобы канал пустовал, это тупо. Вот. Я реально, кстати, все это время сейчас летел на драконе и что-то рассказывал? Ни хрена себе! Капец, что-то я сейчас только это сам понял. Окей, все. В общем, я действительно улетаю на 2 месяца. К компьютеру у меня практически никакого доступа не будет. Майнкрафт с шейдерами я точно снимать не могу, потому что ноутбук не тянет шейдеры, а без шейдеров играть я не хочу. Вот, и вот такая важная инфа, о которой я что-то заговорился. Извиняюсь за то, что опять же заговариваюсь. Итак, у нас есть целых 2 стака древесины великого дерева. Сейчас мы, получается, все это делим. Нам нужно, по идее, где-то 20 штучек. Давайте на всякий посмотрим. И смотрим. Тауматургия? Нет. Где у нас это находится? В алхимии? Да. Магическая металлургия. Нужно 4 прикантатия на каждый железный слиток. Крафтится это все из 5 слитков. Следовательно, да. 20 древесин великого дерева. 1, 2, 3. Чарям! Таум слиток готов! Ей! Да, но тут куча всякого ковна. Да, я не сказал слово на букву Г, я сказал ковна. Так, мы его выкидываем, по идее он сейчас испаря... Не-не-не-не-не, не так, не так, не так, господи, опять какая-то фигня происходит, да что ж ты будешь делать? Нет, надо вот как-то вот так вот все это разместить. 1, 2, 3, отлично. Ну и все, создаем, значит, вот это. Создается это, кстати, на простом верстаке. А далее мы все соединяем с очками откровения. И, по-моему, это, знаете что, не будет работать. Блин. Блинский блин. Дело в том, то, что очки откровения нужны полностью починенные. А как вы видите, они у меня сломаны немного. Поэтому это как-то надо решать. Как-то решать эту проблему. Придется, получается, новые очки откровения крафтить. Это уже, получается, будут 3-й. Ёперный театр. Как они там крафтятся-то? 2 таумометра, которые крафтятся из любых кристаллов, золотых слитков и стекла. Так, а ладно, короче, скрафтим быстренько сейчас. 1, 2. 1, 2. И стекло. 1, 2. Все, 2 таумометра готово. Смотрим далее. Нужно снова 2 золотых слитка, которые у меня уже есть. И целых 4 гребаной кожи. Подождите. Нет, нет, нет. У меня снова нету этой гребаной кожи. Ладно, придется снова сейчас лететь на драконе, но я думаю то, что я лететь буду недолго. Всего лишь 600 метров. Да, мы же как-никак нашли близко. Ну и, собственно, снова ставлю на паузу. Только на этот раз я не буду пикать. И увидимся через секунду. 1, 2, 3. Окей, я прилетел и начинаем создавать. Я на самом деле не помню, что именно нужно для этих очков откровения, но я, опять же, надеюсь, то, что моей палочки будет достаточно. Палочка здесь отлично, таумометр сюда, еще один таумометр, золотые слитки, на самом деле не помню каким образом, по-моему, вот таким вот образом, и 4 кожи. Да, все. Йоу! Ну и все, соединяем, получаем, радуемся жизни и... Та-дам! Йо-ху! Шлем открытия, уменьшение затрат виз 5%. Что? А, 5%. Блин, мне показалось то, что это даже больше, чем в простых очках откровения. Ну и получается, наши вот эти вот все старания сейчас были не напрасны. По идее, теперь, когда меня будут бить всякие зомби, скелеты и так далее, во-первых, прочность будет тратиться очень долго. То есть теперь у меня эти очки будут реально очень долго служить, и мне не приходится будет, ну, не придется крафтить их постоянно, ла-ла-ла. Вот, и самое главное, мне будут сносить меньше урона, что тоже круто, да. Окей, в следующей серии я действительно постараюсь, вот прям буду как бешеный, наверное, сидеть и пытаться добыть грозовые кристаллы для того, чтобы скрафтить кластеры, и уже да... What the fuck, а что это за... Ой-ой-ой, я магическое ручное зеркало нечаянно скрафтил. Чё это такое? Так же, как и другие зеркала, вы просто проталкиваете предметы через стекло, и они будут выскакивать у связанного зеркала. То есть можно даже его не ставить, прикольно. Смотрите, у нас какой-то вымпел появился. Осторожно, только для декоративности. Я посмотрю. Иногда Тауматург не хочет создавать что-то, пошатывающее основу мироздания. Иногда он хочет всего лишь красоту. Вы создали небольшой ритуал, позволяющий накладывать символы аспектов на вымпелы. Просто нажмите ПКМ пузырьком с эссенцией на вымпел, и символ отпечатается на нем. Я не знаю, откуда у меня появился этот вымпел, но его реально раньше не было. Костяной лук, что? Вы помните, чтобы здесь был какой-то костяной лук? Я не помню. What the fuck? Откуда у меня все это появилось? Подождите, может быть, тут тоже что-то появилось? А это что такое? Лечащее мыло? Магическая ванна? What? Что? Я раньше этого не помню. Капец, Таумкрафт все больше и больше удивляет меня. Откуда все эти вещи вообще появляются? Я думал то, что я уже изучил больше половины, а он все еще что-то мне постоянно дает и дает, дает и дает для изучения. О, господи.
бронепластина голема, но это я помню, окей. Так, ладно. В общем-то, я создал вот эти вот супер-пупер шлемы откровения. На самом деле плохо то, что вот этот стол зачарований требует много кластеров, потому что иначе нестабильность очень, так сказать, плохая. Да, но я буду стараться в следующей серии. Как минимум я скрафчу в следующей серии, как максимум уже в поза следующей. Да, потому что я хочу как-никак крафтам, у которых нестабильность опасная, подготовиться тщательней. И, в общем-то, не забывайте то, что я сейчас как вкопанный, как резанный, снимаю очень много серий каждый день. И как минимум, наверное, весь июнь все серии будут выходить. В июле не уверен, потому что снимать нужно много. У меня осталось буквально 10 дней, у меня еще учеба, у меня еще уроки, у меня уже все-все-все. И вы прекрасно понимаете то, что я такой же обычный человек, как и вы. Да, поэтому мне нужно все это как-то пытаться совмещать, монтировать и заливать. Боже, я не знаю, как я за 10 дней все это сделаю на 2 месяца вперед. Но, в общем, попытаемся. Окей, спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, то, что вам сейчас было не скучно слушать все то, что я сейчас говорил. И у меня, блин, соседи сверху шумят. Я думаю, то, что это у меня где-то в наушниках шуршит, но нет. В общем, спасибо огромное за просмотр и спасибо еще раз. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ложка и сложнейший Таумик Тинкер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.